Доплату к пенсии получат одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет и постоянно проживающие в Подмосковье. Закон принят Московской областной думой. Благодаря ему этой категории граждан пенсии увеличат до 17 тысяч рублей. Доплата будет осуществляться в беззаявительном порядке. Первая выплата поступит 25 февраля за январь и февраль 2022 года. Напомню, что в настоящее время минимальный размер пенсии составляет более 12 тысяч рублей.